Приветствую, друзья! На нашей платформе свободного творчества. Сегодня самое ценное в мире, где всего полно, это идея. Особенно, когда находится человек на пике напряжения, в этой точке бифуркации, когда не знает, что делать, в этой неопределенности. Идея создает вектор направления, который соединяет все силы в человеке и каждого из нас в целостность. Образ будущего для страны или для человека. Момент стресса. Я имею право так говорить, потому что мое имя уже в учебнике. Потому что методом моим уже пользуются миллионы людей в самых разных уголках планеты. И потому что на нашем форуме соединяются самые интересные люди. И математики ученые, и художники. Вот я, например, ученый и художник. А время пошло. Приглашаю вас, и приглашаю и президента сегодняшнего или будущего. Но президент, который соединит ментальности культур Запада и Востока, получит Нобелевскую премию. Потому что миром управляют не страх, деньги или оружие, а миропонимание. И здесь, на нашем форуме, мы создаем новые идеи, новые технологии. Этот форум – генератор творчества. Генератор творчества, и мир поэтому улучшится. Потому что главное сегодня – сохранить разум на планете, сократить кризисы и войны. И мы в этом деле участвуем. Мы люди Земли, и мы гордимся этим. До встречи, друзья!